Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hardrest Info. В данном видео я вам расскажу, как открыть эквалайзер на устройстве Nubia Focus Pro. Для этого зайдем в меню приложения, выберем приложение настройки и выберем пункт звуки вибрации. Тут в самом низу относительно будет пункт DSX Ultra. Нажмем на данный пункт. И тут есть некоторые уже эквализация, например, музыка, фильмы, игры. Тут можем выбрать усиление частот, усиление звука. И можем выбрать стереозвук, объемный и звук спереди. Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!